Сил столько, что ему этот зимник до одного места. Да. Вот это кого? Вот это! Еще больше. Еще больше. Вот это змей! Ну вот, друзья, мы наконец-таки доехали и собрали уже волокушу. Не стали в этот раз вам показывать, как мы упаковываемся. Уже это видно в предыдущих сюжетах. Мы загрузили наш снегоход, загрузили наши сани волокуши, нашу палаточку, на нашу экспедицию, весь провиант. Вот, все собачки нас пришли попровожать. Они уже нас хорошо знают. Вот. Экскорт, супер экскорт. Да. Собираемся, грузим нашего Ричика. Он пока еще в тепле и в уюте. Где-то часа через 3 мы будем на месте. В лучшем случае через 4. Вот. Едем, выдвигаемся в поисках нашего озера. Погнали с нами. Застилаем Ричику. Двигаемся, ребята, вперед, вперед, вперед. Наст очень сильно твердый. Просто очень твердый такой, и с нашим склизом, нашим гусеницам очень жестко. Запах такой склизов. О, Ричик, елочку. Вот эту елочку ты как раз, Ричик, и никогда не смог. А вот сейчас сможешь. Молодец. Продвигаемся вперед. Настроение хорошее, да. Рыбацкое. Хочем трофеев огромных. Два раза ездила, охотники, было страшно, а сейчас прям вообще. Охотники за крокодилами. За приключениями. И крокодилами. И крокодилами. Решили остановочку сделать. Вокруг. С правой стороны бор, с левой стороны болото. Анечка решила с Ричиком прогуляться. Хоть и дорога хорошая, но очень нас твердый. Прям застреем. Ой, точнее, тяжко ехать. Не хватает нашему снегоходу снега в гусенице. Поэтому по насту, как говорится, и не очень поедешь-то. Вот, там вот болото. Как настроение? Каждая минута, и все лучше, и лучше. И лучше, и лучше. Все ближе и ближе. Все ближе и ближе. Много всяких зверей. Я что-то не видел ни одного следа. О, да нет, ты что, много. Ничего себе ты. Ну сколько у нас по прогнозам? 47 сантиметров еще. Снега. По колено. Ага. Ну не везде так, конечно. Но... Пухляк. Но мне как всегда везет. Пухляк присутствует. Ой, ну вообще очень пахнет совсем по-другому. Весной. Да, весной. О, и речь пошел. Да, стволы пахнет прямо так. Кроны, наверное, подсыхают. Вот такой необычный запах, аромат леса весеннего прям. Да, где-то птички поют. О, слышите? Гуси-лебеди будут возвращаться. Ой, ну сказочно. Сюда бы на квадрике, да, проехать? Мечта. Отдохнем, проедем. Отдохнем, да, проедем. Так, ну что, пьем чаек. Батя наш на привале. Очень нынче я не так сильно устал и не так трясусь. Чисто по кайфу еду. Вообще даже не напрягаются ноги. Вот, просто стараюсь ловить немножко снега, чтобы под гусеницу закидал. А остальное все нормально. Настроение замечательное. Едем ловить трофеев.
И трофеи сегодня, я думаю, меня ждут хорошие. Едем ловить печенку. Печенку тоже. Печенку тоже. Так что, друзья, не забываем. Сейчас мы лагерь разобьем. Быстренько выставимся с вами жерлицы, выставим. Пробурим новые дырочки. Затопим печечку. И начнем ловить. Вот, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы приехали. Все прямо нас как будто бы и ждет. О, у нас уже домик. А в домике кто-то живет. Всем привет! Очень тепло. Мы на очередном отдыхе. Весеннем. Да. 1 апреля. Никому не верьте, что мы на отдыхе. Сидим дома, в офисе пяримся. Да. В компьютер. Ну что, погнали? Погнали выставляться. Пойду на рыбалку в шапке. В шапке пойдешь на рыбалку? А удочку себе взял? Удочку надо взять обязательно, помимо шапки. Смешной ты какой. Ричард рыбак. Сегодня мужики увидели, сказали, что это за животное такое. Рыбачит тут. Кто такой? Ну, воистину. Профессионал. Наш рыбак главный сидит, ждет. Сейчас только что прошелся ливневый дождь такой у нас. И Ричик, садись, снегоход. Сейчас. Вот. И мы едем проверять наши жерлицы. И вот такой вот у нас водитель. Ричик такой. Хорошо сидит, ему так нравится вот тут сидеть. Он так наблюдает. Иди садись. Мать увидел? Нытик, иди. Чё ныш? Поехали. Всех с весенним дождем. У нас прошел хороший ливневый дождь. Первый весенний дождь. Ура! И мы его встречаем в тайге на озере. Ляпота. Ой, ты базевушка. Поехали кататься. Только проснулся, да? Ну да, я его с палатки прям чуть ли не раскладушки вытащил. Как говорится, как дало по руке что-то такое сильное. Да, что-то сильное. Непонятно, меня чуть пальцем выбило. Походу на щуку похоже. Амур, что-то. Наверное, амур. Точно, вот щукенция. Как мелкий он, красивый, щук. Шустрый. Вообще очень шустрый. Да что ж ты так бьёшь себя? Шустренький какой. Что ж ты себя бьёшь там? Себя? Понятно, но этого надо отпускаем. Да. Анечка. Полегенько ему вытащила. У щучки. Щука меняет сейчас зубы. Да, активности. Нету. Активности хорошей нету. Ну дай. Вот, дай, а это маленькая будем, щучка, да. Нам такая. Давай, будем тебя отпускать. Неважная. Дружок. Ну все, скажи, по щучьему велению. Подожди, а поцеловать? По нашему хотению, скажи, чтобы у всех все было хорошо, всем здоровья, богатства, ни хвоста, ни чешуи. Бульк. Отлично. Пока-пока, малышка. Сейчас на... Мамку зови. Да, надо хорошенький. Ну что, вот такой вот налимчик маленький попался. Вот такой крохотулечка. Слава богу, хорошо хоть не заглотил. Прям великолепно. Да, мой друг? Ну давай, я тебя отпускаю. Вот так вот. Бежи, бежи. Вот молодец, бежал. Вот, повезло налимчику. Не заглотил хорошо. Пошли ловить дальше. Вот еще один попался.
маленький такой налимчик и схватил вот буквально, буквально чуть-чуть. Тихо, дорогой, сейчас тебя аккуратненько достану. Тихо, 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 тихо. Вот и все. Вытащили. Давай, друг. Иди на свободу. Иди на свободу. Опа. Давай, 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 давай. Ныряй, ныряй, ныряй. Ныряй. О, ушел. Ну, славненько. Ну вот, за утро двоих выпустили. А мы будем ждать крупненьких. Тебе привезли лягушонку в коровчонке. Давай. На флажок, давай. Давай. С комфортом. Неужели флажки стали вставать? Да. 3 дня тишины, 3 дня, да? Ну, это окунь. Да, никого? Никого. Ну, хоть стоит флажок, по крайней мере, уже радует. Там еще нас впереди 2 ждут. И живца нету, да? Ага, оденем. Давайте, одевайте. Вот такого вот. У нас вот такой вот закат красивый. Прям. Как летом, да? Да, такой весенний, после дождя. Прекрасный закат. Чё, и тепло на улице. Когда-нибудь рыбу твою, да? Сегодня съел 1/4 налима пастрамы большого. Сырой. Скажи, да? Мы тоже колесико хочется покрутить. Мама, да, дай мне колесико. Тебе покрутить. Ловим, да? Тебе рыбу ловим. Сами не дай. Не лезь. Не лезь. Пошли. Ну что, поехали дальше. Ну я до середины все равно доеду. Да? Раз, два. Вижу 2 флажка. Просто погнали. И тут мы такие приехали. Да, с весенним у нас поклевом. После дождя. После дождя. Что-то дергает? Есть? Есть. Дождь прошелся и... Ливень прямо. Да, и пошли поклевки. Ух ты, какой! Ты его давай красавчик. Сюда. Вот это на вот, тебе. Вот это окунешка. У, да. Больше ладошки. А да, красавчик. Угу. Вот это окунешка пришел. Так, ну давайте его выпытывайте. Пытайте его. Пытайте его. Ну, что ты тут показывай, на что ты польстился-то? На живца хорошего. Подожди, друг, точно, на хорошего живца. 2 дня тишины. Тише, Ричик. Что, камеру увидел? Угу. Камеру увидел. Да, придется тут. Упирается? Ага. Давай, папа. Все, камеру увидел. Опа, что это такое? Понюх. Щипчики бери. Потому что тут прям так. Какая тренада. Что-то там у нас. Лич, только не перекинь мне камеру. Лич, смотри, какая еда пришла. Смотри, что это? Ой, не, я лучше подальше от этой рыбы. Я подальше от этой рыбы. Готов отдать. Да, вот отдай ему уже. Ему это не пригодится. Он еще живой. Вот такой вот окунешка. Красавчик. Большой. Не знаю, все показывают. Но я покажу горбача. Такого и красавчик. Как он красиво смотрится, переливается на солнце. Да, давайте цеплять. Раненая, раненая, беги.
Ну, а мы продвигаемся к следующему флажку. Иха! У нас флажок. Мы уже прошли, наверное, что-то. Вышли на вечернюю проверочку. Половину прошли уже. Вот. И, ну, это господин Налим. 100%. Погода сегодня шепчет. Но рыба не активна. Очень странно, конечно. Все это дело очень-очень странно. Ох, как он выходит тяжело. Здесь потому тихо. Потому что он просто громадный. Друзья. Ох, ё-моё. Высветите ему в мордашку. Вот это гала. Вот это. Давай, Аня, давай. Обалдеть, тащи его. Вот это монстр. Обалдеть, смотрите, как он уже очистился. Какая расцветка красивая. Вау, какой он. Обалдеть. Ище. А вот глазки у него, смотри, прям. Голубенькие. Да, прям даже можно сказать, типа не видят. Смотри, вот что. Это батя. Первый наш сегодня налимчик такой. Ну что? Уху-ху. Зеленый змей. Это четверочка. Третьего ходи, а то сейчас тебя по голове как даст. Ты же помнишь? Красавчик. Ну да. Мне надо ставить ему зевоту. Который зевник. Сжимает эту зевоту. Пофиг ему твоя зевота. Ты пасть открой. Ты же открой. Лен, у него сил столько, что ему этот зевник до одного места. Зевота, да. Ну, давай. Я буду вытаскивать крючочек. Крючочек-то недалеко. Недалеко? Да, мы тебя отпустим, ты маленький. Ну, 2,6 грамма. Давай. Флажок следом. Невероятно. Просто невероятно. Соседний прям. И тут нет, есть. Ага, желтая лесочка. Ага. Маникюра нету. Спрятала. Так рыбу ловить руками-то. Какой маникюр останется? Налим. Хвостом не хочет идти, светит. Причуди. Этот меньше, красавчик. Давай, иди сюда. Причуди. Вот такое вот чудо у нас. Ну, капельку меньше, но тоже достойный. Да. Достойный налимчик. Отличненько. Отлично, да. Второй красавчик. Супер. Надо же два подряд, первый раз. Уже мы будем с печенью вкусненькой и мясом. Прекрасное утреннее настроение, весеннее. И такие флажочки стоят, как приятно наблюдать это. Ребята, с утра к нам прилетела работа. Завела рыба в зацеп, там какая-то палка. Мы принесли клешню, мы принесли лопату, в общем... Подергали, думали, что просто палка, мы бы оборвали, но там внизу сидит рыба. Пока проверили жерлицы, ничего не изменилось, конечно. Так что будем сейчас думать, как это дело все вызволять. Да.
хорошем налимчике, я вам скажу, друзья. Вот такая у нас сегодня трудовой день, да. То есть не зря мы тут попотели, попыхтели, дырку надолбали. Вот еще показываю. Вот такая майна. Да, тут рассверлили ее вообще. А толщина льда метр. Ну, по пояс тебе, даже больше, наверное. Ну вот, я вот так удержав лопаты, опускаю, все, там конец. И оно ничего не лезет, и все. Что такое? Покажи вот, руки свои. Ну вот, у меня тут сильный мозоль, тут я сильно себе сбил, когда короче, мотобуром. Короче, пальцы тоже вообще постесывал тут. И тут шишку набил. Ура! Мы поймали налима. Дайте я вам покажу, друзья, какого налима мы спасли, мы не загубили его, а мы все-таки смотрим, целый день ничего не ловится, думаем, займемся этим важным делом спасания налима и чего-нибудь. Же, да, ура. Налимов не целовал? Ну, попробую. Нормально. На радостях можно. На радостях. Пока жерлицы молчат, ничего не клюет. И на улице очень тепло, чтобы наша рыба не пропала, мы решили ее тут же по месту и сразу разделывать. Танечка пытается сейчас средненького нашего налимчика разобрать. Столько уже печени достали с трех налимчиков. Два пакетика филе. И вот будет у нас еще печень. И еще филешка. И все. И целый день молчок не клюет. Не клевный день. Хотя на улице очень прекрасно. Плюсовая температура. Рыбная. Такой вот у нас мужиками-рыбаками собран столик. Покажи. Печень. О, печень видно уже. Да. Большая такая. Печень даже очень приличная. Налим от икру отметал, поэтому он без икры. То есть на потомство никак не влияет. Теперь он занимается печенкой. Да, и теперь в связи с тем, что он икру отметал, у него печень становится большая. Ой, сколько у него тут кишочков. Самая вкусная. Печень плотная, хорошо. Потому что еще полторы недели или две недели назад мы были, печень вообще вся расползалась. Я разделывала, но все растеклось. Это желчный мешок. Я первая, конечно, голову перерезаю вот этот хребет, что если рыба там, чтобы чувствительности не было, если вдруг она живая. Вот так вот. Ну вот, такой еще кусочек печени вкусненькой. Потом это мы все в автоклаве покажем, как мы готовим. Ну, а сейчас Анечка будет доразделывать. Кстати, немножко остаточное, не всю икру до мета, вот остаточный мешок икряный. Ну, он почти пустой. Да, да, то есть он уже пустой. Там, наверное, больше уже и не отметывается он. А, ну да. Ну все, это все мы отвезем курочкам. Курочкам, вот мешочек курочкам. Мешочек курочкам. Там кусочек ухи, кстати, снег срывается, да? Ну да. Поэтому вовремя мы. Я чувствую, рукам уже прям холодновато. Холодновато? Угу. Хвостик Анечка перерезает, плавнички отрезает. Не во всех я снимаю кожу. Кожа тоже вкусная, мы шкуру любим. Ну, в этом вот сейчас посмотрю. В принципе, он такой неплохой. Можно со шкурой, наверное. Будет настроение, будут силы. Может, и приготовим прямо здесь свеженького. Так, это хвостик напожарить. Напожарить. Нож у вас хороший. Нож купил. Ой, какой.
Стабильный прям. Стабильный. Есть филейный, но почему-то вот Анечке понравилось этим. Я люблю как-то. Я, во-первых, по-своему филе разделал. Поэтому кому как, а я люблю вот так. И по щуке я, как говоришь. Да. Это на уху пойдет, да? Да, это вот уха. Мы потом разложим, вам покажем. Уха, хребты, головы. Это все на уху. На жарку и на жаркое. И все, мясо не пропадет. Точно будем знать, что ни печень, ни мясо не испортится. Потому что уже не заморозится она. Слежаться. Тело теплое все равно. Кишки мне не нравятся. Да и времени свободного много. Меньше дома перерабатывать. Конечно, нежнейшая у этой рыбы. Как говорится, отдых, рыбалка того стоит. Да, да, да. Можно сейчас посмотрю, может быть, шкурку я оставлю, она не сильно тут такая. Не, нормально. Я же люблю, она прям проваривается, прожаривается, очень вкусненькая. Ну, потом хорошо помоем и все. Налим как треска, как сом. Вон, Ричи, сегодня вот такую вот часть самого большого съел. Я с него шкуру снимала, потому что там жестковатая шкура. И вот такую вот часть вот огромную он взял, съел сырую прямо. Конечно, я знаю, что собак нельзя кормить сырым мясом, но что-то он прямо, ему сильно охота была. Он у нас уже необычный мопс. Ага. Он уже у нас рыбацко-охотничий. Кажется, ветерок, да, снежок. Снег пошел. Вот тут вот в селе у нас такое. И все. Ладно, всем, кому понравилось, как Анечка разделывает налима. Да. Как-то так. Только не ставьте дизлайки. Будем завыпливать озеро. Что, мы готовы к подсказке? Давай. Осталась у нас беленькая рыбка живец от рыбалки. Будет теперь в этом озере много-много белой рыбы. Да, отпускаем всю рыбку сюда. Пробурили прорубь. Майну большую сделали. Огромную просто. И выпускаем всех живцов на свободу. Ричи, уйди. Уйди, Ричи. Уже ты. Да, а я вот такую. А я такую бочоночку. Выпускай. Плыви, рыбка. Плыви. Вносься. Да, вот так. О, как они шустренько. Шустренько. Все сбежали на глубину. Плывите, рыбки, пока-пока, чтобы вас было много. Ну что, теперь в этом озере точно станет еще больше рыбы на пару сотен живцов. Или там плотва, ясь, карасики, да? Да, карасики, елец. Елец. И все. Разнообразие большое. Так что, ну а мы пошли собираться с вами. Да. А мы поехали домой. Палатку собирать, погнали. Друзья мои, доехали с ветерком, муж домчал, вообще
Давление, блин, опять 200 на 300. Короче, наледи через два озера. Решили путь сократить на свою голову. Да, вообще такая, брызги жижа. Брызги в сторону. Да, короче, не вездеход, а целая лодка. То есть, точнее, не снегоход, а целая лодка. А вот покажи лужи вот такие вот через... Да. Сейчас. Через даже снегоходный. В общем, все залеплено, все забрызгано. Вот, вот такая там каша. В тайге-то оно более-менее. Но мы там тоже несколько луж вот так. Да, вот такие лужи уже в тайге, все. Пора доставать лодки. Да, лодки, квадрики и что там еще? Вертолеты, какие еще техники есть. Да, вертолеты. И все. В общем, подороже. В общем, мы счастливые добрались. Вообще классно. Разгружаемся и едем домой, ребята. Все. Фильмы в тайге. Мартовская экспедиция закончена. Весенние монстры, можно сказать, ставим стоп. Да, стоп. Теперь будут у нас новые монстры. Все, ребята. Новое впечатление новой рыбалки. Да. Пока. Да, сейчас все. Я сейчас себя хоть покажу. Все, ребята. Был отдых суперский. Эта экспедиция, конечно, да. Она того стоит. Эмоции, драйв, отдых, путешествие, катание по снегу, по лесам, хотел сказать, по горам. Вот, но это было классно. Ну и, конечно, совмещали это все с небольшими рыбалками в сюжетах в наших видео. А сейчас всем пока, всем до новых встреч. Движемся по бездорожью домой. Какие нас шикарные лужи ждут. Николай, она везет рыбаков домой. Все счастливы. Я счастлива. Остальные молчат, да? Остальные спят, как сурки. О, какая нас там лужица ждет. Давайте посмотрим, как ее мы проедем.
Весна, болото, текут